Привет, ребята. Чё такие озадаченные? Орликина кричала. От меня тоже все уехали. Это вы еще не видели видос станции Алина на Старконе. Вот тогда бы уже поняли весь контраст между тем, что сейчас происходит на станции, и вот этим самым мероприятием. Ну, раз уж у нас здесь такая хикка-пати, почему бы вам и вам не послушать о том, что происходит нового у нас в мире хобби за последнее время. Вас вот, наверное, больше всего интересует, что у нас от Games Workshop. Окей, этого есть у меня, как из пулеметной очереди, во-первых. Два новых монстра для Warcry. Дикий, сильный и злой Мирмидон и обалденная гипнотическая Сферанкс Майндстиллер, у которой две головы на выбор. Не хотите Warcry? Есть Age of Sigmar с релизом Slaves to Darkness, армии последователей Хаоса Неделимого с батлтомом и стартером. Что там интересного? В первую очередь новые войны Хаоса. Выглядят мощно, динамично, мрачно, как надо. Кроме того, не уступающие им рыцари Хаоса, несущиеся вперед разрушительная элитка. Нужно что-то еще пафосней. Хаос Лорд. Огромная, монструозная модель, которая к тому же является темным отражением одной из моделей Штормкастов. Что вам еще сказать по этой новости? Я могу позвать того, кто точно не остался к ней равнодушным. Даня! Дань! Даня! Даня! Подожди, не прыгай! Там новые войны Хаоса для Оса вышли! Архаон воспрял! Новые минички! Slaves to Darkness получает свою боекнигу в конце года! Там вышли новые рыцари Хаоса! Да ради этого же стоит жить! Окей. Эти новости были бы не полными, если бы мы еще не поговорили про 40-тысячник. Что у нас здесь? Во-первых, новая книжка по психическому пробуждению про Империум. Во-вторых, новые детализированные танки для сестер. В-третьих, новый хаосистский сорсерер, который выглядит очень злобно. Все это то, что нам предстоит. А сейчас открылся предзаказ на Bone Reaper, которых столь многие ждут. И на два набора Terrain'а Dominion of Sigmar. Что бы вам еще рассказать? По ГВ, я думаю, у меня все. Настольные ролевые игры. Да, новиночка. Shadowrun 6 мир. В течение ноября на Crowd Republic будет проходить кампания по сбору средств на стартовый набор на русском языке. Вкратце о чем это? Киберпанк – мрачный мир будущего, в котором есть такие люди, наемники, которые называются бегущими. За них-то вы и будете играть. А бегущие периодически выполняют разного рода заказы. Доставки, кражи, убийства. А вот что происходит с вами дальше, зависит от сюжета. И раз уж вы вспомнили про настольные ролевые игры, можно поговорить и про обычные настолки. Среди них постоянно выходят всякие новинки – но из последнего, буквально вчерашнего, анонс настольной игры «Ужас Аркхема. Последний час». Это не дополнение, это самостоятельная настолка, где вы играете в кооператив, и вам за один час, во-первых, нужно выжить, а во-вторых, сделать то, зачем вы пришли. Такие дела. Надеюсь, мне удалось поделиться с вами чем-нибудь интересным. От вас я никуда не ухожу, а вы оставайтесь на связи. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, ставьте лайки и пишите свои комментарии. А с вами была Алиса, наш дружный коллектив The Station, и до скорого!